В выходные дни в центре Десногорска зафиксирован акт вандализма. На стенде с планом эвакуации граждан обнаружены трещины и вмятины крупных размеров. Напомним, что благодаря программе «Комфортная городская среда» в этом районе, как и в других частях города, установлена система видеонаблюдения. В настоящее время просматриваются видеозаписи со всех ближайших к стенду камер. Виновные будут наказаны.